Bonjour. Salut. Ça va, c'est plus facile au final. Merci. Avec plaisir. У меня сегодня был бег 5 километров эрго концепт, и потом я приседал с гирей в руках. Сейчас жду Вову, он обещал что-то сказать про тренировку. Отчет по просьбе моего самого главного подписчика. Вот он здесь, рядом со мной. Вот видите, даже пародирует. Я его фанат. Мою футболку. Да. Пару слов о тренировке. Пару слов о тренировке. Выходили в четверке
микс, парная. Решили попробовать меня на загребном. До этого это была такая посадка Реми, Ная, я и Майлис. Но сегодня не было Ная, они с Клодом, ну, всей семьей уехали в Прованс до среды. Сегодня с нами гребла Мари, которая сеньор, ну, которая не Бернар, а которая старше. Она вчера делала эти, как они называются, бёрпи, когда я греб. Смотри, утка идёт. Пингвин. Опа. Она сегодня гребла с нами вместо Наи, и мы попробовали так. Я, Майлис, Реми и Мари. Но получилось не очень, из-за того, что Реми очень спешит. У него вот какая-то проблема с тем, что он спешит, и он не может успокоить свои ноги. То есть я еще подъезжаю только на 3/4, еще только начинаю раскрываться. И уже чувствую, бам, меня сзади толкает, и грибок уже пошел. То есть я еще на 3/4, а мы уже как будто бы гребем. Хотя ты за грибной. Хотя я за грибной, да, я вообще должен первый начинать. Но получается вот так. Мы тогда гребли до 5-го километра. Нет, вру, дальше, до 7-го километра. И потом мы пересели и попробовали Майлис, но это как бы дело не меняет, потому что дело там было в Реми. Просто я стал лучше толкать, потому что я смог как бы лучше раскрываться. То есть как бы корректировать свой подъезд под Майлис. Мы все равно, конечно, у нас лодка останавливалась полностью, это понятно, и каждый грибок по новой, когда у тебя человек лодку толкает. Но получалось лучше. Ну и мы как бы пришли к тому, что надо Реми на загребного, хоть и на спешун. Ты голландского угла дал еще. Это как? Ну, это когда камеру завалил. Вот так? Нет, наоборот, когда. Вот так? Это голландский. Ты как режиссер, что не знаешь? Мы такими не пользуемся. Это просто горизонт завален. Но это арт-решение. Да, это голландский угол. Вот. Реми Аленаж на загребном. Значит, потом Майлис. Нет, потом Ная, потом я и Майлис. Ну, в общем, наверное, оставим то, как было. Как бы первую расстановку, в ней будет лучше. Но завтра я буду грести в скифе, потому что они все халтурщики, и они завтра будут отдыхать, потому что они устали. А, это еще не все. Сейчас про завтра. Фред написал, что завтра. Вот рука стёрт. Завтра после тренировки ребят. Они нас заберут из клуба, и мы поедем на барбекю. О, это хорошая новость. Я, правда, не знаю, в Муксе или сюда будет сестра Вероник Агнес с ее дочерью. Я их уже видел. Но с Агнес мы в горы ходили. Помнишь, в этот, на... Ну, как она называется? На Грани. А дочь, наверное, нет, потому что я тоже не видел. Вот такой план. Хорошо. А во сколько завтра тренировка? Пока не знаем. По-моему, в 8 что-то мы решали. А, ну то есть как-то это утром, мы, да? На велосипедах поедем. Ага. В моем случае. Что? Ну, либо можно с Комом, если они завтра гребут. Я напишу Кому, скажу. Если они завтра гребут, то чтобы он нас привез, чтобы мы потом с велосипедами там нас сразу же отвезли. Ага. А если нет, то на велосипедах сюда будем педалировать. А, я сейчас подготовлюсь, и надо мне прокав хорошее выступление сделать. Есть интересная информация. Я думаю, что запишу это подробно с исторической перспективой. Информация очень интересная. Как все развивалось. Такая крупная такая информация. Такая прям очень, очень такая интересная. Подписывайтесь на канал. Там прям сразу же вот так ставьте вот лайки. Накрутились у меня.